На 33-м заседании городской думы состоялась торжественная церемония вступления в должность Вадима Кстенина, впервые избранного депутатами на должность главы Воронежа. Кроме народных избранников, в ней приняли участие руководители структурных подразделений мэрии, руководители районных управ, представители общественности, правоохранительных структур и ведомств. Вадим Кстенин произнес слова присяги. Я, Кстенин Вадим Юрьевич, вступая в должность главы городского округа город Воронеж, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и законы Воронежской области, устав городского округа город Воронеж, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу. Председатель городского парламента Владимир Ходырев вручил Вадиму Кстенину символы власти – флаг и герб Воронежа. Разрешите вам вручить символ власти, флаг города Воронежа, герб города Воронежа. Помогало вам принимать важные ответственные решения. Журналистов интересовали ближайшие планы главы Воронежа Вадима Кстенина. У меня был очень непростой период, когда мне приходилось исполнять обязанности, готовиться к конкурсу. Все это надо было делать одновременно. Ну, сейчас вот это время, которое я потратил на то, чтобы подготовиться к конкурсу, оно позади. И сейчас намерен включиться в работу очень серьезным образом, на благо горожан. Намерен сделать так, чтобы по результатам моей работы наши горожане оценили это, и гости нашего города всегда говорили о том, что в город Воронеж хочется возвращаться. Поэтому хэштег «Хочу в Воронеж», он однозначно будет жить. Первый вопрос, каких наиболее важных для города? Я не выключался из решения этих вопросов, я их очень хорошо знаю. Безусловно, сейчас стартовала программа ремонта дорог, сейчас нужно все отконтролировать очень хорошо, не создать неудобства для наших горожан, поэтому будем работать по ночам. Одновременно необходимо подготовить город к майским праздникам. Сами знаете, затяжная зима очень серьезные неудобства нам доставила, поэтому у нас очень мало времени для того, чтобы наш город очистить, отмыть, убрать мусор и все остальное прочее. При этом у нас еще масса мероприятий, которые в ближайшее время будут проводиться в городе Воронеж. Это сейчас мы активно готовимся к проведению чемпионата мира по футболу. Там тоже огромные мероприятия с точки зрения безопасности и подготовки объектов. Поэтому задачи сейчас первоочередные такие.